для охотников и для рыболовов это вот вещь тележка незаменимая. Не только для рыболова охотника, но так и по хозяйству. Вот, допустим, лодка ПВХ. Надувная, чтобы ее, допустим, лишний раз не канителиться, ложат сюда. По ширине там, ширина любая по ширине лодки. Здесь 1,50 м находится. Она ставится здесь, резинками затягивается. И все, она никуда уже не девается во время поездки. Это вот, чтобы ее закрыть, подтягивать. Вот это упирается в борт, в передний, в нос лодки. И карабином подтягивается. Вот здесь сзади фаркоп у лодки находится, он защелкивается, вот у машины, вот защелкивается сзади, здесь ставит замочек, спокой дорогой. Сделана она на основе от восьмерки, берется от Жигулей 8-й модели, те же пружины, амортизаторы сзади поставлены. Колеса, рама из, сделана из профиль 50 на 25, вот 50 на 25. Эти вот борта, она универсальная, они это вот сделаны стяжка, чтобы, допустим, лодку накрываешь брезентом, накрыл там крепеж, завязал ее, чтобы она лодку не дождиком, ничего тут ее не мочило, чтобы мусора не было, когда вот, допустим, лодка здесь стоит, с берез летит, тут все она закрыта. И в то же время вот эти все борта, они снимаются. Вот здесь вот крепеж, он отворачивается. Тут 4 крепежа, в смысле, вот здесь болт с той стороны, впереди и сзади, 4 болта. Он вынимается, допустим, если нужно что-то вот использовать тележку, чтобы привезти. Он вынимается. И вместо них ставится борта. Вот борта. Один борт. Вместо этого вставляется. Там специальные прорези. Вот здесь трубу. Вместо него, вместо этого вставляется это. Вставляется один борт, вот. Второй, третий, и вот маленькие борта, вот. То же самое, вот здесь прорези у нее есть, прорези, туда ее вставляешь и на замок защелкиваешь, вот так образно. Сейчас я... Ну вот элементарно тут, так сказать, лягушкой. Вот они тут. И с той стороны тоже так же. Вот и пожалуйста, вези что хочешь. Хочешь песок, хочешь груз, хочешь кого хочешь. Хочешь дрова. Вот, они вынимаются, снимаются борта. Вынул их, все, спокой, дорогой. Используй, поставил лавочку, за грибами езди, куда хочешь. Вот, штука универсальная. Здесь, чтобы она вниз не падала, всегда стояла на уровне фаркопа. Вот это здесь элементарный просто вот подставка. Не надо ничего тут не крутить, не вертеть. Когда дома. Конечно, вот те, которые здесь специально сделаны устройства для регулировки. Это, я думаю, в сельской местности она ни к чему. Она и стоит, та телега очень дорого. Очень дорого. И, а это вот элементарно подъехал, взял, лодку сгрузил и поехал на рыбалку, на охоту, куда хочешь. Вот и все здесь, ну, лист вот оцинковки положен. Здесь поставлены косынки для более крепости. Здесь открылки поставлены, чтобы грязь не летела. Ну, регистрировать ее, конечно, никто не зарегистрирует, я больше чем уверен. В ГАИ, а так в сельской местности ездить проблем, я думаю, никакой не будет. Главное, удобная она. Пожалуйста, хотите куда, хотите с бортами, хотите лодку возить, хотите что хотите. Универсальные якоря, конечно, ни для кого не секрет, они уже существуют у рыбаков.
Вот элементарный якорь. Вот он. Сюда-сюда болтается. Крепится он впереди, в передней части. Трос заводится вперед. Вот здесь на кольце прорезь. Вот прорезь. Вот. Вот он находится в рабочем состоянии. Когда его бросаешь в воду, он, естественно, цепляется за грунт, хоть за бревно, за что хотите. Вот. И все, лодку держит. Если она зацепилась там за что-то, за бревно или за... ее никак не вытащишь, просто элементарно посильнее подергать. Вот, он выдернулся, и якорь спокойно у нас вышел. Отцепился там от бревна или там за корягу за какую-то. Все. Опять, когда его снаряжать, то же самое. Вот он элементарный. Вот. Вот он в боевом порядке находится. Вот. Бросил, он сразу опустился, зацепился там за что-то. Никак не выдернешь его. Идет. Вот уже находится. Тут все элементарно. Пластинка, приваренные ушки. Здесь берется уголок. Вот он уголочек. К нему приварены лопасточки вот эти два. Две. Отверстия сверлится. Здесь ушко. Здесь отверстие. Ну, это металлический стержень. Отверстие и колечко. Вот он ходит, он работает. Он дальше не идет. Вот он дошел до сюда. Вот угол у него такой остается. Он всегда в воде. Вот в таком положении. Вот. А так его, он в лодке, главное, что лодку-то он не порвет. Вот его в лодку положил, вот он в таком положении находится. А в рабочем положении, ну, вот так вот, все.